Татарский народный хор Казанского федерального университета был основан в 1968 году. В 1976 году хор был удостоен звания народного коллектива, а затем хоровой коллектив стал лауреатом и дипломантом всех союзных, республиканских, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и праздников песни. За все годы хор побывал с концертами во многих городах и селах Республики Татарстан. С концертами дружбы посетил города Алматы, Ригу и Астрахань. Основной задачей хора является музыкально-эстетическое воспитание студенческой молодежи, приобщение студентов и слушателей к лучшим образцам мировой и национальной хоровой музыки. На сегодняшний день среди участников хора не только студенты, магистранты, аспиранты, но и сотрудники, преподаватели и выпускники Казанского университета и других казанских вузов. Репертуар хора многообразен. В него входят произведения татарских композиторов, народная музыка, классические и современные музыкальные произведения. Наше кредо – вперед и выше. Сеять разумное, высокое, разумное, доброе, вечное – это наша задача. Руководителем хора является заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ирнис Рахимулин. Уже с 1968 года он трудится на благо татарской эстрады. Наше искусство состоит, так выражаясь современным языком, три в одном. Весь хор, два вокальных ансамбля и восемь солистов. На данный момент в хоре проводится набор вокалистов. Если вы хотите стать частью большого и дружного коллектива, то приходите в главное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 18. Прием заявок осуществляется во вторник и среду с 19:00 по 21:00. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.